Еще из новостей экономики. Правительство должно подготовить коррективы по основным направлениям деятельности на ближайшие 3 года. Такое поручение дал сегодня Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями. По словам премьера, необходимо тщательно продумать детали антикризисного плана, и в ближайшее время документы нужно обсудить и принять. Главной темой еще одного совещания в правительстве стало развитие ипотеки. Как отметил Дмитрий Медведев, эта система позволила многим семьям решить свой квартирный вопрос. Глава кабинета также подчеркнул, что доступность ипотечного кредитования должна быть сохранена. Доля ипотеки в сделках с жильем оценивается почти в 30%, а по новостройкам не менее 40%. И, конечно, кризис не должен свести на нет этот механизм, иначе и строительная отрасль окажется под двойным ударом из-за сокращения платежеспособного спроса и проблем с привлечением финансирования. Обсудим меры, как поддержать рынок, обеспечить нашим гражданам возможности все-таки приобретать квартиры при помощи ипотеки, стимулировать строительство жилья, ну и, конечно, обращая при этом особое внимание на финансовое благополучие заемщиков и антикризисные меры, которые в том числе содержатся и в нашем плане.